заключительный забег дня, 3 километра. Ребята с лучшими заявочными результатами. Давайте поболеем, давайте поддержим все вместе. Награждение параллельно идет. Жалко, что не дождались нас, но ничего страшного. Итак, вот у нас сейчас будет первые 600 метров. Лидирует первокурсник РГАУ МСК Мушкарин Андрей и аспирант РГУКФИН Митрофанов Андрей. Один кандидат мастера спорта, другой мастер спорта по полиатлону. Давайте смотреть. 600 метров, 1.50. Козлов Василий, тоже один из лидеров московского полиатлона, 1.55. Замыкает в футболке белорус, хотя он никакой не белорус, Никита Барабанов. Итак, будем смотреть километр. Нет, будем смотреть сначала 800 метров. И у нас лидеров двое, потом Козлов Василий, посерединке непонятно, кому ему примкнуться. Вот, и потом большая группа из 5 участников. И потом еще трое. Диман, привет. Итак, 800 метров, Никита Барабанова за 2.7. Итак, по плану это 100 метров. Вот сейчас узнаем первый километр. 3 минут, конечно, не будет, будет больше. Потому что сейчас 2.55. Итак, первый километр у лидеров 3.05. 3.05 приблизительно результат, а у Василия 3.13, 3.14. Барабанов Никита, замыкающий эту группу, 3.19 первый километр. И здесь километр замыкающий, 3.35. Теперь ждем следующую отсечку по дистанции. На этих соревнованиях у Андрея, если мне память не изменяет, лучший результат где-то в районе 9.10. Получится ли сейчас? Погодные условия неплохие. Помощник тоже есть. Сумеют ли они раскрутить друг друга на результат 9.10? Давайте смотреть. На полдистанции. 9 минут полдистанции. Надо бежать 4.30. Но пока надеяться, конечно, нет. 4.19 за 100 метров до половинки дистанции. Вот сейчас. И вот это оставшиеся секунды, это вот как раз выше 9, который, да? 4.36 приблизительно у ребят. То есть чуть-чуть медленнее 9.10 на средний темп. Будет ускорение на финише или нет, непонятно. Только это. Потому что пока темп держит на 9.10. Уверенно бежит Козлов Василий, он один, не трое осталось из преследователей. И по-прежнему вторую группу преследователей замыкает Никита Барабанов. Один из лидеров нашего чемпионата, вполне возможно потенциальный победитель. Поэтому напоминаем, у нас пятиборье, лучшие определяются по 5 видам. И, конечно же, наверняка в лидерах у нас сейчас как раз Митрофанов Андрей и Барабанов Никита. Оба представляют РГУКФИН, только один аспирант, а другой магистр этого вуза. Ну и Мушкарин Андрей, напоминаю, это первокурсник МАИ. РГАУ МСК, извините. 5.36. У нас скоро 2 километра. Да, давайте на 2 километра смотреть. Отрыв между Василием и лидером примерно 110 метров. Итак, у нас уже очень близко к 2 километрам. Ну нет, 2 километр, наверное, чуть-чуть все-таки медленнее запланированного. 6.10, 2 километра у лидеров.
Надо бежать. 3 минуты менять на последнем километре лидерам. Давайте смотреть, сколько 2 километра у Василия Козлова. 6.32. Василий недавно выполнил норматив мастера спорта по полиатлону. Ну вот посмотрим, сколько очков он уберет в пятиборье. Мастера он выполнил в четырехборье. Никита тоже недавно выполнил мастера в четырехборье. 6.46. Итак, всего меньше двух кругов остается лидером. И есть ощущение, что чуть-чуть прибавили, но этого, конечно, не хватит, чтобы разменять 9-10. Надо еще прибавлять. 2 круга. 7-13. Андрею надо помогать второму Андрею, чтобы выбежать из 9-10. А здесь еще тоже молодой спортсмен, первокурсник МАИ Огнев Александр. Сейчас тоже является одним из лидеров московского полиатлона. Успешно выступал на чемпионате России в четырехборье. Грезин Александр, лучший в плавании. 55,1 проплыл 100 метров в этом году. Вот прямо буквально 2 дня назад на наших соревнованиях. Но потом застрелился в тире. Итак, круг лидерам. Давайте смотреть. 8 будет. 8-0-2. 8-0-2. И Андрей Мушкарин, более молодой, пошел вперед. Но старичок-то не отпускает. Давайте смотреть, что получится в итоге. 300 метров до финиша. Андрей Мушкарин пытается оторваться от Андрея Митрофанова. И вроде как удается. Да, бег более смелый, более такой силовой. Андрею Митрофанову тяжеловато. Но давайте смотреть. Все-таки еще 200 метров. Василию за круг до финиша 8.35. 200 метров до финиша 8.36. Андрей Мушкарин. И 1 секунду ему проигрывает Митрофанов. А здесь Никита Барабанов. Но ему еще бежать еще один круг. А время уже 8.54 за круг до финиша. А это Александр Грезин. Ему тоже еще круг. А финишная прямая у лидеров. И лидер Андрей Мушкарин. Но ему пытался достать Митрофанов. Отлично прошла. 8.99. И Митрофанов выигрывает. 9.10. У обоих спортсменов, судьи уточнят. Отличный финиш. Я надеюсь, мы все это запечатлим на видео. Это действительно так. И посмотрим, и разберем. Вот что такое старый конь борозды не испортит. Опыт победил. Итак, финишный круг уже у многих спортсменов. И на финишную прямую выходит Козлов Василий. 9.40 сейчас. Давай, Вася! Давай, ешь, Вася, давай, 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 давай. 9.50. 9.53 выбежал из 10. Еще один участник из 10. Последний круг, давайте, оп. И вот финишная прямая. Никита Барабанов с Александром Огневым. И опять опыт побеждает. 10.07. Александр Грезин. Тут приходится не только плавать, но и бежать трешку. И тоже неплохо. 10.21 или 10.22. Судьи уточнят. Да. Впечатлительный заключительный забег. Много эмоций, много борьбы. И наконец-то мы дождались высоких результатов. Напомню, 2 спортсмена выбежали из 9-10. Ну или 9-10, наверное. Судьи уточнят. И еще один человек пробежал. И 2 человека пробежали из 10 минут. Хороший финиш. Ну, конечно, надо было, наверное, его чуть раньше начинать. Но из 11 есть. Есть, да, 10.57. И у нас на круге остается всего 2 участника. Это последние участники наших соревнований. Все, пожалуйста, поддерживаем.
Давай, давай, давай! Полимарафон закрывается, заканчивается! Финишные ворота, створ закрывается, можно не успеть! Давай, 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 давай! 11:23! Ированов Александр, 11:27!